августа. 6-й Всероссийский фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад». Только профессиональные пиротехники компании «Фейерверкмастер». Большой праздник. «Кальвин», «Пиророс», «Орион Арт», «Пирокаскад», «СЛК», «Пирокласс», «Дядя Гриша». Специальный гость – группа «Конец фильма». 13 августа. База отдыха «Ермак». 407 километр Минского шоссе. 17:00. Шоу-программа. 21:30. Конкурс фейерверков. Продажа билетов в павильонах «Ключ здоровья» и в салонах «Евросеть». Приходи. Будет восхитительно. Подробнее на сайте smalldefizzvezdopad.ru.